Мы в гостях в жилом комплексе «Морской» у Натальи с Николаем. Добрый вечер. Приехали в гости для того, чтобы узнать, как им жизнь в жилом комплексе «Морской», о их впечатлениях. Скажите, пожалуйста, как вы узнали о нашей компании? На самом деле это началось очень давно достаточно. Мы каждый год приезжали, отдыхали на Утрише. Вот. А потом в какой-то момент я на YouTube увидела, как ваш менеджер приезжал в гости к одному нашему, ну, скажем, уфимцу, который строил дом Гастагаевск. Вот. И тогда первый раз я услышала про вот эти строительные компании, и, в общем, мы задумались, что, может быть, все-таки переехать на юг. Жили мы в Башкирии, сами понимаете, какой там, какие там зимы, осень, долго все это, весна очень. И, в общем, как-то потянулись лебеди на юг. Собрали вещи, упаковали. И, кстати, могу сказать, что лучше ничего не брать с собой. Чем меньше вещей, тем лучше, потому что здесь все совершенно по-другому и не подходит вообще никак. Так-то мы приезжали сюда еще в августе того года, а потом на Новый год мы где-то встречались с друзьями, и всех друзей пригласили нас сюда на Новый год. А у нас еще ничего не было. Ничего у нас тут не было в доме, и все друзья согласились. И тогда у нас тут быстро все завертелось, закрутилось, и как-то все это... Нас это очень удивило, обрадовало, что вот наши друзья нас очень сильно поддержали. Новый год мы встречали здесь, а потом уже вернулись сюда в марте. И с марта месяца начиная... Занимаемся посадками. Трудовой фронт. Столько земли. Самое главное, что в течение этого года моя жена на огороде, ну, я имею в виду, вот, занималась, так скажем, земляными работами, то есть посадкой, копкой там и все остальное, столько, сколько она это сделала за всю свою сознательную жизнь. Это меня раньше никогда не впечатляло, и только, наверное, вот из-за того, что сбылась моя мечта переехать на юг, и у меня было все в радость, все было абсолютно в радость. И это зима, и мне даже межсезонье, наверное, больше нравится. Потому что, ну, на самом деле, кайфово просто. Да, нисколько не пожалели. И все спрашивают, ну, как вы там, а друзья, как? Мы говорим, здесь так здорово вообще. У нас такой поселок, такие все дружные, свой чат. Там все делятся, там, кто что нашел новое, у кого что, какие-то вопросы. Вообще очень, все дружелюбные такие, все здороваются, все там с днем рождения поздравляют. Не знаю, это, наверное, мечта, чтобы жить вот в таком поселке, чтобы вот люди настолько были, ну, так откликались. Что вот стало таким ключевым моментом, что вы решили выбрать именно эту компанию? Ну, мы сейчас вам откроем очень большой секрет. Здесь у нас живет наш друг, который уже больше 30 лет. Находится в городе Анапе. И когда мы выбирали застройщика, кто нам будет строить, и остановились на «Стройгарант Анапе», он тут начальник, и у него есть служба безопасности, видимо, в его предприятии. И он проверил, посмотрел, сказал: «Ребята, удивительно, но вот только положительный отзыв». Потому что, ну, хотим мы или нет, мы уже не... Ну, люди, которые прошли, в общем-то, по жизни довольно-таки много. И были очень такие моменты, когда, ну, я думаю, у каждого это в жизни бывало, когда вас обманывали и все остальное. А тем более строители, это же такая, и тем более юха. И здесь такие положительные отзывы. Ну и когда приехали, во-первых, первое, что нам понравилось, место, конечно. Да. Вот мы приехали, походили здесь. И вот где мы сейчас с вами располагаемся, мы пришли вот сюда, здесь было пустое место. И вот бывает же так вот в жизни? Мое. Мы пришли и сказали, вот здесь у нас будет дом. Этот, кто нас менеджер водил, нас с собой, он говорит, а почему здесь-то? Я говорю, не знаю почему, но вот здесь. Вот здесь стоит на сегодняшний день наш дом. У нас есть фотографии, где мы просто стоим втроем, я, Наташа и наш друг, и мы вот так вот пальцем показываем, вот здесь будет наш дом. Круто. Ну, так вот, как в сказке получилось, в общем-то. Да. Но об этой организации «Стройгарант Анапе» я могу сказать, ну, очень просто. Это единственная строительная организация за мои 61 прожитый год, с которой я ни разу не поссорился.
Потому что не ссориться со строителями, ну кто вот строил меня и кто будет даже смотреть, наверняка сейчас улыбнутся, потому что 100% знают, что такое связаться со строителями и от начала вообще до конца со дойти и ни разу не поругаться. Не поссориться на каких-то там этих. Вот со «Стройгарант Анапа» — это та строительная организация, с которой... Ну, у нас, ну, были там какие-то небольшие вот совсем да такие не, вот, нет, трения, у нас не, которые не то, что трения. Очень быстро разрешались. Да. При этом вот ребята настолько вот молодцы, никогда они вот, ни ссоры, ни это. Даже у нас были такие моменты, когда вот Наташа же сказала, что мы не могли продать те дома, которые у нас были там в Башкирии. Ну, просто вот... Ну, ситуация такая, еще пандемия тут началась. Нет, и все, вот никак не могли продать. И они пошли нам на уступки, сделали там, ну, такой вот большой разрыв между окончательным платежом, хотя могли бы просто взять и там добавили вот цены, раз они, выросли же цены на все, на строительный материал, на все. Нет, вот они все просто вот доделали так, как было написано в договоре, все было сделано от и до. Вы могли бы порекомендовать кому-то нашу компанию? Вообще, если кто интересуется, спрашивает. Мы как только начали сами строить, вернее, как только мы заключили контракт, приехали, мы, во-первых, всем растрезвонили, что мы собираемся строить дом на юге. Мы начали всех мотивировать, всех, вообще просто всех своих знакомых, с кем бы мы ни разговаривали, мы со всеми, ну, всех говорили, поехали, поехали всем. Тут уже друзья приезжали, они даже выбрали себе место. Но мы всем, некоторые друзья просто еще не на пенсии. То есть им еще работать, а так они за прям. Вот. Я говорю, ну вы извините, конечно, если вы долго очень будете думать, то поселок просто достроится, уже все. Ну и застройщик, конечно, вот, ну как бы все хорошо было, идеально построено. И что, в общем, не к чему придраться. Что нам нужно было, мы потом уже соглашениями доделывали какие-то... Ну, все пожелания. Все пожелания, да. В этом плане, конечно, молодцы ребята. Вот, если что-то... Даже вот мы когда приехали вот с этой вот баней, они говорят, да у нас такого нет. Это я говорю, ну хорошо, если я вам нарисую, сделайте, да, сделаем. Вот я пошел, все померил, нарисовал им, рассказал, что я хочу. Мы и приехали, они сделали проект, есть, они нам все сделали. Без вопросов. Да. Потому что это же самое главное, когда делают то, что ты хочешь. Конечно. Они навязывают тебе, вот мы так делаем и все. Вот, а вот еще что хорошо, вот то, что соседи такие, что смотрят еще друг за друг, ну, как бы присматривают, да. То есть, когда нас не было, вот Анатолий, он приходил, тут и газ включил, ну, проверял, как газ будет, открывал окна, чтобы проветривались, то есть дом, ну, то есть прям никакого, ну, там вообще страха не было, что что-то там может с домом без нас случиться. И вот наше вкусное чаепитие подходит к концу. С наивкуснейшим башкирским медом. Наталья и Николай, спасибо вам огромное за гостеприимство, что вам вы приняли, за ваши теплые слова, отзывы. И нам очень-очень приятно, что вы выбрали именно нашу компанию. Благодарим вас. Спасибо. Вам спасибо.